Моя авторская песня Владимира Васильева «Охренеть», написанная в 2018 году. Если ты одержим, окрылен, молод ты и конечно влюблен, но доело в квартире тесной, твое место там, поднебесной, где красота с ней пиковые горы, необозримые ущелья и просторы, опасные для туристов тропы, приехали что только из Европы, сюда за отдыхом в Китай, от суеты знакомых городов, работы может через край, сюда, где блажь от зелени прудов. Если ты одержим, окрылен, молод ты и конечно влюблен, надоело в квартире тесной, твое место там, поднебесный. Чем ближе гор, высоких пик, тем чаще длинные туннели, тем ближе встречи долгий миг. В Одессе этого хотели уехать вдаль, подняться в горы на праздник красных фонарей и охренеть, бросая взоры, хоть в голове к любимой поскорей. Если ты одержим, окрылен, молод ты и конечно влюблен, надоело квартире тесной, твое место там, поднебесный, поднебесный.